Вот еще один дворик. На Драгоманова. На Драгоманова. Тоже интересно так освещается. Кстати, вот смотрите, там видите, там есть розовое и фиолетовое окно. Что означает вот такое либо розовое, яркий розовый, либо фиолетовый, как говорится, свет в окне? Вот интересно, есть у кого-то информация? Потому что у всех разные мнения. Ну, как и в интернете тоже. Например, первое мнение, что это флористы. Флористы, вот они что-то там делают. А второе мнение, это что там, как говорится, женщины, да, бордели. Типа вот они своим огнем, типа указывают, что вот мы бордели. И типа идите к нам. Но это же не бордель. Да там лампы, там что-то растет по-любому, какая-то киви может быть.